Установка и калибровка инструмента. Зажимаем плоскую заготовку в тиски. Нажимаем кратко «Старт», высвечивается меню. Выбираем пункт 11 «Calibration» и удерживаем клавишу «Старт» 2-3 секунды для подтверждения. Далее выбираем первый пункт «Touch Sensor», также удерживаем клавишу «Старт» 2-3 секунды. Станок опустится близко к заготовке. Клавишами Z максимально приближаем к заготовке. Ослабляем винт фиксации инструмента. Инструмент опускается и касается заготовки. Далее фиксируем инструмент и нажимаем клавишу старт 2-3 секунды для подтверждения. Станок проверяет и записывает данные в память. На этом калибровка инструмента завершена.